нас Алексей пришел сегодня не один, а со всей семьей. Семья у него музыкальная. И сейчас мы приглашаем на сцену всю семью Ветровых. Ну, не всю, конечно, семью, но часть, которая сегодня выступит у нас. Это супруга Елена, которая, кстати, является... Я сразу заранее скажу, чтобы потом второй раз мне не выходить сюда, хорошо? Который является тоже нашим сотрудником, руководителем студии вокальной студии «Полет». Вот, поэтому, если кто-то заинтересуется, можно записаться к нам тоже в вокальную студию. И дочь Машенька. Давайте, Лена, Маша, приглашаем на сцену. Волшебных снов сказку в дом наш принесла, по дороге из цветов доченька к нам пришла. Дочке нашей хрупкий сон ангел светом окропит. Голубой бежит вагон, когда наша кроха спит. И пусть приснится, что я принцесса из красивого волшебного леса, и везде наступает лето, когда я иду по белому свету. Я ваша маленькая принцесса из красивого волшебного леса. Ничего мне бояться не надо, если мама и папа рядом. Глазки словно васильки хитренько на нас глядят. Голубые родники твой напоминает взгляд. В сказку детский голосок катит голубой вагон. И пусть сейчас ты белый листок, нарисуй на нем свой сон. И пусть приснится, что я принцесса из красивого волшебного леса, и везде наступает лето, когда я иду по белому свету. Я ваша маленькая принцесса из красивого волшебного леса. Ничего мне бояться не надо, если мама и папа рядом. Красивого волшебного леса, и везде наступает лето, когда я иду по белому свету. Я ваша маленькая принцесса из красивого волшебного леса. Ничего мне бояться не надо, если мама и папа рядом. И ничего тебе бояться не надо, если мама и папа рядом. Ничего мне бояться не надо, если мама и папа рядом. Спасибо.